Тем временем оглашение полного текста определения Приморского суда по мере пресечения директору лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну в назначенное время не состоялось. Родители детей из ансамбля «Адель» с недоумением обнаружили, что зал суда закрыт, и выяснили, что текст зачитали еще вчера. Пока мы стояли, ждали, вышел прокурор и сказал, что только что узнал о том, что читание этой ухвалы, которую принял суд, было вчера. Об этом мы узнали, опять же, сегодня уже здесь. Считаем это проявлением полнейшего неуважения и, наверное, даже трусости. Человек, который вынес такое решение, просто не нашел в себе смелости посмотреть в глаза родителям пострадавших и погибших детей. Родители заявляют, что будут присутствовать на обжаловании решения Приморского суда, который, напомню, 15 ноября отпустил Петроса Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен. К тому же, по информации некоторых СМИ, после выхода из СИЗО директор лагеря слег в одну из частных клиник с диагнозом инфаркт.